Всем привет! Что сегодня происходит в Киеве, мы с вами увидим. Жара в Киеве, хотя уже конец августа. Мы идем на пляж Центральный. Пляж Центральный в Киеве находится на территории Труханового острова. И чтобы дойти до пляжа, надо пройти по пешеходному мосту. Это почтовая площадь и речной вокзал. Там на другом берегу находится пляж Центральный. Это вид с почтовой площади на пешеходный мост и на пляж Центральный и на реку Днепр. Показываю вам пешеходный мост поближе. Сейчас будем подниматься по лестнице на мост. Мы уже на мосту пешеходном. Будем идти по мосту, смотреть, что происходит в Киеве и какой пляж центральный, и сколько людей на пляже. Очень жаркая сегодня погода в Киеве. Ярко светит солнце. Парковый мост пешеходный. Это мост через реку Днепр, который соединяет центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханового острова. Это пешеходно-велосипедный мост. Длина моста 429 метров. Доехать сюда можно на метро. Доехать до станции метро Почтовая площадь и пройти. Посмотрите, какой красивый вид на Киев, на Днепр. Отсюда видно пляж Центральный. Приятно даже просто погулять по мосту. Здесь хорошая фотозона, красивый вид. Получатся красивые фотографии. Показываю вам ближе пляж Центральный. Пляж Центральный слева от моста, а справа тоже есть другой пляж. Мы уже почти на пляже. Вход бесплатный на пляж. Здесь есть скамейки, переодевалки, душ, два туалета есть. Также здесь есть разные кафе, магазин. Такой песок на пляже, чистый песок. Сейчас пойдем к воде. Такие контейнеры для мусора, сортировка раздельная. Для пластика, для стекла. Здесь такая скамейка. Много мусорников тоже. Вот такие переодевалки новые. А здесь вода. Помыть ноги, и там дальше питьевая вода. Пляж Центральный. Что сегодня происходит в Киеве, вы сами видите. Идем ближе к воде. Красивый вид на мост пешеходный и на арку свободы украинского народа. Отсюда открывается красивый вид на Подол, на Владимирскую горку. Чистый песок, посмотрите. Людей на пляже не очень много сегодня. Уже конец августа,
хотя погода жаркая очень. Пройдем по берегу, посмотрим, сколько людей купается, сколько загорает. На пляже есть спасательные вышки, много деревьев, можно под деревьями расположиться. Пройдем до конца пляжа, потом вернемся и будем здесь купаться посередине пляжа. Расположимся, потому что в конце пляжа есть мул на дне, а здесь посередине пляжа песок на дне. Дно более чистое. Вода теплая. С пешеходного моста есть прыжки с альпинистской системой страховки, rope jumping. Высота пешеходного моста над уровнем Днепра 26 метров. Труханов остров расположен напротив исторического центра города Киева, между главным руслом и рукавом Днепра, Десенкой. Смотрю, люди в основном загорают. Мало людей купается, а мне наоборот нравится купаться. На Трухановом острове сегодня расположены крупные пляжи: Центральный, Довбочка, Черторой, водные станции, спортивные сооружения, кафе и много зеленых насаждений. В северной части острова расположен парк Муромец. Мы давно не были в парке Муромец. Возможно, если хорошая погода будет, то мы поедем туда тоже. Сниму видео. Отсюда, с Труханового острова, можно пешком дойти до парка Муромец, но это далеко идти, час надо идти. Этот парк Муромец остается одним из популярных мест отдыха у тех, кто предпочитает проводить время на природе. Там можно покататься на велосипеде, байдарках, попрыгать на батуте и есть другие развлечения. Пляж центральный достаточно широкий, посмотрите, сколько места много, и песок какой чистый. Киев – красивый город, столица Украины. Здесь очень много мест для отдыха, много пляжей.
Это хорошее место для фотосессии. Девушки фотографируются, снимают красивые виды. Посмотрите на эту красоту. Дошли до конца пляжа, идем обратно. Сейчас будем купаться. На каждом пляже в Киеве свои плюсы и минусы есть. Но небольшие. Я их вообще не замечаю, этих минусов. Здесь хороший вход, пологий и не сразу глубоко. На пляже Венеция в гидропарке мне все нравится, но там сразу почти глубоко. Посмотрите, какой красивый вид здесь, какой красивый мост и красивая река Днепр. Сейчас подойдем ближе к вышке, расположимся и будем купаться. Красивый вид, видна арка свободы украинского народа, расположенная в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. До 2022 года арка носила название «Арка дружбы народов». Но так как в 2022 году Россия напала на Украину второй раз, название изменили. И сейчас это арка свободы украинского народа. Собачка тоже оздоравливается на центральном пляже в Киеве. Что сегодня происходит в Киеве на пляже центральном, вы сами видите. Мы сейчас дойдем до конца пляжа и пойдем посмотрим, где продается еда, какие есть там кафе и какие цены. Я уже говорила, что на другой стороне от моста есть тоже пляж рядом с мостом, но там вода не такая чистая, но там на пляже песок тоже. И есть переодевалки. По другую сторону там есть медпункт, милиция там находится и информационный центр там в одном здании. По прогнозам синоптиков, погода в Киеве должна быть еще хорошая в сентябре. Поэтому, кого интересуют пляжи Киева, посмотрите, пожалуйста, на моем канале. У меня есть много видео о пляжах Киева.
Еще одна спасательная вышка. Здесь очень внимательно следят за тем, чтобы не заплывали далеко люди. Здесь вначале больше людей отдыхает, в начале пляжа. Вода здесь по сравнению с пляжем Венеция менее чистая на этом пляже, но на дне песок. Здесь можно купить еду, столики под зонтиком. Показываю вам цены. Цены невысокие. Мы купили лаваш со свининой и лаваш с курицей. Вкусно готовят здесь. Также рядом есть еще магазин, а здесь такая зона отдыха. Можно кататься на велосипедах. Здесь скамейки стоят под навесом. Погуляем еще по мосту пешеходному. Уже вечер. Вечером тоже красивый вид на Днепр и на Киев. Посмотрим, что сегодня происходит на мосту пешеходном. Посмотрим, как люди отдыхают. Посмотрите, какой красивый мост. И какая отличная здесь фотозона. Люди любуются видами. В Киеве красивый мост не только этот, который ведет на Труханов остров, а еще есть красивый новый мост, который ведет на Оболонский остров. Я вам уже показывала в своих видео. Кто не видел и кого это интересует, посмотрите, пожалуйста, на моем канале. Ширина пешеходной части этого моста –
которому мы идем, 7 метров. Пройти на пляж Центральный можно не только от метро Почтовая площадь, но и от Крещатика. От Крещатого парка к мосту ведет пешеходная дорога, утопающая в зелени деревьев на склоне. Очень удобно на мосту сделаны велосипедные дорожки, отдельные пешеходные дорожки. Что происходит в Киеве, мы с вами сегодня увидели. Уже сейчас вечер, не такая жара, умеренная более погода. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Я желаю всем мира и добра.